И всем привет, с вами Top Dreamminers, и сегодня мы сыграем в такую игрушку под названием Super Meat Boy. Игрушка довольно старая, но это пока все, что потянет мой компьютер, так как он очень старый. Ну, первая глава, лес. Я тут немного уже прошел. Просто для интереса, чтобы было с чем снимать. Переходим к следующему уровню. Первый уровень — это больше идет как туториал, так что здесь будет очень даже легко. А, вот здесь все такое. Так, здесь можно будет собирать бонус. Портал, воронка, которая переносит нас в еще одну мини-игру. И в этой мини-игре тоже будет несколько уровней. Я, конечно, еще тот ног в этой игре. Нет. Ну, гейм овер. Заново я не буду, наверное, проходить. Так. Так, это не то. Я тут тоже не то. Отлично. Где мои турели? Так, я еще тут видел, тут можно поменять. А, надо собирать. А, ясно. Надо будет попробовать. Пособирать этих таблеточек. Или как это называется? Вон они. Так, главное собиралось. Не понял. Ну ладно. Их достаточно сложно собирать. Так. Я почти понял, как это собирать надо. Нет. Ладно. Буду. Вне камеры, наверное, соберу одного персонажа такого. А пока это не скажу. Насколько я понял сюжет, это мы спасаем его девушку, что ли? Я не понимаю. Когда я первый раз проходил, помню, как я хотел над этим уровнем. Когда я еще только привыкал к управлению. Отлично. Тот бонус тоже можем собрать.
Посмотрим, что здесь получится. А. Можешь слетать. А, понятно. Все. Да. Круто. Блин. Ну, видно, вроде легкий уровень. Получается. Какой же он? Вот. Все. О. Нет. Дальше что? Так. Вот. Все. О! О! Я... Что я открыл? О, я открыл! Давайте я попробую. О, прикольно! Интересно, он чем-нибудь отличается от Мидбоя? По-моему, он может летать, да. Так. Послушайте, с ним полегче. Так, подождите. Надо опять вернуться к мапе. Интересно, за вот этот бонусный уровень что-нибудь дадут? Опять не попадаем в воронку. Так. Ищем. По идее, сейчас должен быть последний момент. Как ты это пасть? Не понял. Так. Дальше. Правда. Так что нет. Ну ладно. Мы будем идти дальше. Так, насколько я помню, мы... Это просто не нравится. Мне это нравится. Прикольно. Наверное, следующий будет последний, я завершу эту серию. Отлично. Ну и все. Наверное, всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, заходите в группу. Оставляйте комментарии. И всем пока. С вами был Майнерс. До новых встреч.